Здравствуйте! Сегодня я поделюсь с вами рецептом приготовления домашних ватрушек с творогом и слоеного дрожжевого теста. Нам потребуется 250 грамм творога, одно яйцо, ванилин, любой фруктовый джем, пачка слоеного дрожжевого теста и сахар по вкусу. Ватрушки мы будем выкладывать на лист, покрытый бумагой для выпечки. Отделим желток от белка. Желток добавляем к творогу, а белком мы будем смазывать ватрушки. Ванилин по вкусу добавляем в творог. Перемешиваем и добавляем фруктовый джем. Джем перемешали с творогом, и теперь можно добавить сахар по вкусу. Перемешали творог с сахаром. Начинка на ватрушке готова. Пластину теста разрезаем на 9 квадратов. На досточке оставляем 1 квадрат. Остальные перекладываем на тарелку. Скалкой немного раскатываем квадрат. Выкладываем в центр квадрата начинку. И защипываем тесто руками по кругу. Если начинка закончится, а тесто еще останется, то не надо убирать его в морозильную камеру. Из него можно сделать пирожки с оставшимся джемом. Белок взбиваем вилкой и далее смазываем им ватрушки и пирожки. Ставим в духовку и будем выпекать при температуре 200 градусов по Цельсию.